Здравствуйте, как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпании «Щелково» программа «Диалог» и я ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю нашим зрителям, что программа идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефонам 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать вопросы моей сегодняшней гости. А в гостях у меня сегодня директор многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Щелковского района Инга Кривошеева. Здравствуйте, Инга Юрьевна. Здравствуйте. Сразу такой вопрос, такое длинное название, да, можно, наверное, в разговоре говорить просто МФЦ, да? Мы не будем говорить многофункциональный центр. Ну и, в общем, чаще всего так употребляют именно это слово, эту аббревиатуру МФЦ. Так вот, первый вопрос такой, все-таки такое довольно новое для нас это государственное образование, государственное учреждение для нашего района, для нашего города. Многофункциональный центр, вот чем занимается МФЦ? Я знаю, что не все наши жители знают подробно о том, что это такое. Многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг. Ну что это? Это такая специализированная организация, которая осуществляет полномочия, осуществляет функции от органов государственной власти, от органов местного самоуправления по предоставлению гражданам государственных и муниципальных услуг по принципу единого окна. То есть это тот орган, это та специализированная организация, которая создана для упрощения процедуры получения гражданами государственных и муниципальных услуг, для того, чтобы она была более удобной, более комфортной, для того, чтобы требовалось меньше документов. То есть это цель МФЦ. Это вот такая организация, которая создана именно для этого. Основным нашим таким документом, на основании которого созданы вообще многофункциональные центры, это федеральный закон 210 2010 года. В Московской области сеть многофункциональных центров, она создана уже достаточно такое продолжительное время. И вот в этом году на территории Щелковского муниципального района случилось это радостное событие. И с 1 апреля 2015 года работает наш многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Щелковского муниципального района. А сейчас я предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет. Мы сегодня вышли на улицы Щелково и спросили щелковчан о том, знают ли они, что такое МФЦ. А если знают, то пользовались ли его услугами. Давайте посмотрим. Очень интересно. МФЦ – это центр новый, мне кажется, который открыли, где старый рынок. Я не знаю, как он расшифровывается. Нет, не знаю. Бабки, чё ж, голова не та. Какой-то финансовый центр. Вы? Финансовый? Не знаю. Физкультурный, может быть? Не знаю. Нет, мы не знаем. Нет, не знаю. Многофункциональный центр, наверное, так? Да. А вы сами пользовались его услугами? Нет, потому что у нас все через управляющую компанию, через... Да, у нас все через управляющую компанию, кроме домофона. Так что он мне не нужен. МФЦ – это... МФЦ... Как он называется, это здание? Одного окна, что ли, да? Куда? Знаю. Международный что-то там многофункциональный центр. К сожалению, нет. Нет. МФС? Я не знаю МФС. Извините. Какой-то центр у нас открылся, да, по-моему, многофункциональный. Можно я открою? У меня подруга там была, сказала, очень удобно, здорово. Поэтому я не была, к сожалению, не меньше повезло. Жаль. Я сидела 3 часа в очереди, чтобы встать в очередь на садик. Мне очень понравилось. Чтобы встать в электронную очередь, надо прийти, отсидеть 3 часа в обычной очереди, а потом встать в электронную. Так что надеемся, что это будет полезно. Как думаете, Инга Юрьевна, почему такая плохая осведомленность наших жителей? Камень, наш огород тоже. Мы мало рекламируем себя, значит, мы должны усилить эту работу. Что я могу сказать, что наш многофункциональный центр находится по адресу улица Сверская, 2А, что мы открыты 6 дней в неделю, с понедельника по субботу, с 8 утра до 8 вечера. И мы готовы принять и будем рады принять всех заявителей, которые придут к нам за муниципальными и государственными услугами. Потому что конечно, так удивительно, что действительно люди не знают, потому что спектр услуг, которые мы представляем, он очень большой, и он необходим во многих жизненных ситуациях, которые необходимы гражданам. Это те услуги, за которыми они раньше ходили в органы власти, а теперь мы приглашаем их к вам и стараемся сделать так, чтобы это было и проще, и удобнее, и
удобнее, доступнее, документов требовалось меньше. Вот такая ситуация. Ну, давайте поговорим теперь немножко более подробно о том, какие услуги вы предоставляете. Вообще, какая услуга самая популярная? Мы представляем услуги федеральные, от федеральных органов власти. Мы представляем услуги от муниципальных органов власти, представляем услуги от региональных органов власти. Ну, наверное, по количеству услуг, как вот растет востребованность наша, как мы работаем, что если до 1 апреля, когда центр работал в тестовом режиме, мы оказали 2000 услуг, на протяжении первого квартала оказали 10 тысяч услуг, на протяжении второго квартала 21 тысяча услуг, а уже практически за октябрь мы оказали 12 тысяч услуг. То есть количество заявителей растет. И очень приятно видеть, что люди, которые к нам обратились по каким-то своим определенным жизненным ситуациям, по каким-то поводам, они приходят к нам еще раз, и то есть мы продолжаем с ними работать. Но самые востребованные услуги, которые у нас сейчас из федеральных услуг, являются услуги кадастра, услуги Росреестра. То есть граждане, наши жители, наши заявители, они активно занимаются своей недвижимостью, они занимаются землей, недвижимостью, земельными участками, объектами недвижимости, квартирами, домами. Это регистрация прав, регистрация всех сделок по поводу недвижимости, как с землей, так и с объектами недвижимости, с квартирами, домами, и дарение, и наследство. То есть практически у нас с 1 октября Росреестр, он прекратил прием заявителей и осуществляет ее только по предварительной записи. А все вот эти полномочия по приему заявителей и по приему именно заявлений на оказание услуг делегированы многофункциональному центру. Вот с 1 октября мы работаем в таком режиме. Ну, это вот, наверное, самые востребованные услуги, которые у нас есть. Но это услуги, так скажем, федерального уровня, это, да? Услуги федерального уровня. Какие еще услуги федерального уровня? Ну, что еще можно рассказать? Очень востребованными у нас услугами являются услуги пенсионного фонда, это все и получение федерального материнского капитала, и распоряжение материнским капиталом, услуги по получению СНИЛС, и на маленьких детей получают СНИЛС, и дальше, ну, и жители, заявители получают СНИЛС. То есть пенсионное страховое свидетельство, расшифрую для зрителей, может быть, не помню. Услуги МВД, мы осуществляем справки о судимости, о несудимости, которые сейчас нужны на работу, прежде чем устроиться. Услуги соцстрахования, ну, со всеми нашими услугами можно ознакомиться в нашем многофункциональном центре, который мы оказываем. Региональные услуги, это и запись детей в детский сад, вот сегодня мама сказала о том, что она для того, чтобы записывала ребенка в детский сад, ей пришлось сидеть. Да, но это вот тоже наш, над которым мы активно работаем, над снижением времени ожидания. Мы попозже, наверное, про это поговорим. Да, основной такой из приоритетов нашей работы. Нет, я так понял, что это она сидела не у вас, естественно. Это она говорит, чтобы подруга воспользовалась и очень довольна. А она записывала в другом месте. Мы осуществляем и запись детей в детский сад. То есть очень большой. И самое главное, у нас появились с 1 августа очень активно продвигаются услуги муниципальные. Это услуги по земельно-имущественным отношениям. То есть очень часто теперь к нам приходят граждане, прям с каждым, ну, как ком растут, с каждым месяцем этих услуг становится все больше и дольше, больше в доле общего оказания услуг. Когда приходят граждане, хотят оформить землю в аренду, в безвозмездное пользование, в различные виды устройства. Это услуги по строительству, архитектуре и градостроительству. Мы выдаем и принимаем документы на выдачу разрешений на строительство, на выдачу вот объектов в эксплуатацию, и все услуги по перепланировке помещений, все услуги по выдаче градостроительных планов, по постановке многодетных детей. То есть огромнейший спектр многообразных услуг. Если они вам нужны, вы можете приходить к нам. Ну, а теперь я предлагаю посмотреть своими глазами, как говорится, лучше один раз увидеть, чем несколько раз, много раз услышать. Поэтому давайте посмотрим небольшой видеосюжет о том, как работает Щелковский многофункциональный центр. Уже 5 месяцев в Щелкове работает многофункциональный центр, где населению всего района оказываются государственные и муниципальные услуги по приему, регистрации и выдаче документов. Принцип одного окна сразу зарекомендовал себя как максимально удобный, с минимальной затратой времени. Здесь оказывают около 200 услуг, от оформления документов для материнского капитала до перепланировки квартиры. Их число с каждым разом все растет.
Электронная очередь, детский уголок, комфортная зона ожидания, кофе и снэк-автоматы. Здесь сделано все для удобства заявителей. Если в первый месяц работы услугами МФЦ ежедневно пользовались около 60 жителей, то сейчас через залы центра проходит до 400 человек. И нагрузка продолжает расти. Прием жителей осуществляют 23 консультанта. Город Щелково в центре внимания. С рабочим визитом Щелковский район посетил губернатор Московской области. Побывал губернатор и в таком актуальном для жителей учреждении, как многофункциональный центр. Здесь также борются с очередями методами технической оптимизации. Сначала проверка и сканирование документов. Только после этого посетители получают талон. Так живые очереди сводятся к минимуму. И мы понимаем, что время ожидания можно снизить. Ну, основными путями является это повышение идентификации процесса и, конечно, повышение квалификации персонала. Сколько окон сейчас работает у вас? Сейчас у нас работают все практически, 23 окна. Ну вот, Инга Юрьевна, как раз прозвучала цифра о том, сколько окон у вас работает, да, сколько операторов принимает документы. Все из сюжета мы узнали о том, что сперва эти документы сканируются. Да, вот если можно подробно, для чего это делается? Ну, для того, чтобы сократить как можно меньше время для оказания услуги операторам, для того, чтобы сократить время ожидания. Мы уже количество точек сканирования увеличили до 4, готовы сокращать их, увеличивать их дальше, для того, чтобы время это сокращалось как можно меньше времени человек проводил у нас при получении государственной муниципальной услуги. Поток документов очень большой, и получается на определенные услуги, где нужны сканированные договора, где нужны предварительные, очень большой объем документов, если все это будет делать оператор в окошке, то это затянется большое время, значит, люди, которые сидят, будут ждать. Норматив ожидания у нас 15 минут. Это то, к чему мы стремимся, это то, чего вот основная наша цель, чего мы должны достигнуть, чтобы люди ожидали услуги в нашем центре не более чем 15 минут. Но для этого и время оказания услуг тоже должно быть ограничено. Поэтому мы очень приветствуем, когда люди приходят к нам, уже имея сканированные копии документов, имея ксерокопии документов, чтобы не тратить на время на это. Это позволяет экономить и ваше время, и время наших операторов, ну и вообще способствовать такому оптимальному характеру нашей работы. Вот это мы все, конечно, очень приветствуем. Ну, самое главное, что над чем следует сказать, что время ожидания – это такой основной и, наверное, самый главный показатель, который характеризует качество нашей работы и, прежде всего, удовлетворенность посетителей той услугой, которую мы оказываем. Потому что если приходит человек, ему приходится сидеть достаточно длительное время в очереди, то где тогда упрощение, где тогда повышение комфортности? Но над этим мы работаем, мы повышаем, ну что можно сказать, и максимально освобождаем операторов от всех таких вот ненужных дел, которые такие как скопирование, сканирование в окошках, от всех таких сопусов, все переносим это на обслуживающий персонал. Мы привлекаем к нашей работе студентов колледжа нашего инновационного. У нас работают студенты, которые у нас и помогают нам вот именно в процессе оказания. Для них это как практика студенческая или, для них или это будущая специальность? Для них это ученический договор, потому что работая у нас и оказывая помощь вот именно в организации, интенсификации вот этого процесса, они получают знания по специальности, потому что мы имеем дело со студентами, которые получают специальность IT-технология, либо землепользование. То есть это такой, мы растим для себя кадры, которые будут которые намерены в дальнейшем, если они захотят, конечно, взять себе на работу. Вот. То есть очень много у нас таких методов, которые нам позволили в конце концов все-таки сейчас снизить этот показатель значительно времени ожидания. Ну, вот вы сказали, 15 минут – это идеал, да? Ну, а в реальности сколько? 15 минут – это идеал. По сентябрю у нас, конечно, такого времени не получилось. Ни по августу, ни по сентябрю, когда количество услуг резко возрастало, когда мы имели дело с большим количеством новеньких операторов. У нас такого, у нас были дни, когда были люди, сидели, которые ожидали больше часа. Мы понимали эту проблему, мы старались как максимально все это решить. Сейчас
У нас первая половина октября 23 минуты, среднее время ожидания. Вторую половину октября мы держим в пределах нормы. Сейчас самое главное, то есть меньше 15 минут, что мы должны удержать. Ну, что можно сказать? Весь коллектив МФЦ, все сотрудники работают на первый этаж. То есть когда люди, которые у нас побывали, они могут реально подтвердить, что когда у нас большой наплыв заявителей, и часы пика, они, к сожалению, существуют везде. И поэтому у нас бывают такие дни, бывают такие время, когда у нас относительно немного заявителей, а бывает, когда приходят разом все, и как-то тогда спускаются все вниз, и все, кто работает, и я сама лично стою на стойке для того, чтобы у нас как можно быстрее людей развести по окнам, как можно быстрее эту услугу заказать, либо какое-то более удобное время подобрать им для посещения нашего центра, потому что мы активно позиционируем и всем говорим, что оптимальное, конечно, посещение МФЦ – это предварительно запись, которую можно осуществить на портале госуслуги. Это предварительная запись, которая позволит и рационально уже нагрузку распределить, и вы будете знать, какое время вы можете прийти и записаться. Вот памятка по записи, как это осуществить, у нас есть в МФЦ, мы выдаем. Вы можете зайти на портал, достаточно легко записаться. А по телефону нельзя записаться? По телефону пока позвони в центр, это все связано с проблемой. Мы сейчас работаем над этим, чтобы это внести можно было сразу в программу, и чтобы, записаться-то можно. Самое главное, чтобы потом... У нас же работает система электронной очереди. И когда существует предварительная запись, то она ваш номерочек уже вставит так, ваше посещение вставит так в электронную очередь, что не будут ущемлены в своих правах ни вы, ни люди, которые придут одновременно с вами. То есть им честно скажут, что о том, что на это. Так что мы сейчас работаем, будем стараться о том, что можно будет позвонить по телефону и записаться. Ну и я знаю, что у вас сайт должен появиться буквально со дня на день, да? Да, мы ждем очень большого этого события, потому что у нас на него большие надежды. К нам тоже предъявляют много претензий. Я знаю, уважаемые жители, что жалоб много по поводу того, что дозвониться сложно по нашим телефонам, хотя мы уже и количество телефонов увеличили до 3, и мы увеличили, которые отвечают по готовности документов, и создали почту доверия уже, МФЦ доверия, для того, чтобы жители нам писали, и мы задавали. Но проблем сайта, она, конечно, много проблем решит, если мы сможем там размещать информацию о готовности документов, а оперативно реагировать на то, как сейчас загружен наш центр, чтобы люди могли выбирать время посещения. Я думаю, мы с вами вместе отработаем такую единую большую политику, и у нас будет и равномерная загрузка, и мы сможем оказывать много услуг и оказывать их качественно. Потому что операторы наши, у нас очень много новых операторов, и нужно сказать, что мы целую программу обучения для них разработали. Они у нас учатся и в реестре, и в службе Росреестра, и мы готовим людей, которые могут не только главными. То есть, если возникает какая проблема, они имеют более детальную, более глубокую подготовку по программам, и они могут всегда подойти и оказать оператору помощь. Потому что, конечно, еще самое главное, я не сказала, о каком блоке услуг, который у нас добавился, это социальная защита населения. Практически с понедельника все услуги социальной защиты населения, это очень востребованные услуги. Это и оформление пособий, это и выдача соцкарт, и оформление соцкарт, и на санкурт лечения, и ветеранские, и признание ветеранам труда. То есть, весь вот этот большой комплекс услуг по социальной защите населения, который у нас оказывалось рядом с нами на Краснознаменской 12, теперь оказывается у нас. Очень приятно, что можно сказать, что у нас с передачей этих услуг у нас все время дежурят консультанты от социальной защиты населения. И то есть, если какие-то возникают сложные такие ситуации, это я к тому, чтобы граждане боялись обращаться, что мы действительно реально ничего не запутаем, потому что у нас работает и наши специалисты прошли обучение, и работают консультанты, которые всегда подскажут от соцзащиты населения, чтобы услуга была заведена правильно и, соответственно, и оказана правильно. И чтобы срок оказания услуги не превышал то, к чему... был меньше того, к чему вы привыкли раньше. Вы сказали, что к вам сложно дозвониться, хотя у вас целых 3 телефона сейчас работают. Я хочу напомнить нашим зрителям, что к нам в студию дозвониться, наверное, даже проще, чем в МФЦ. У нас только 2 телефона. Напоминаю, номера телефонов
496, это код города, 567-1440 и 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы о работе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Щелковского района. У меня сегодня в гостях его директор Инга Кривошеева. Инга Юрьевна, вот вы сказали, что по срокам, да, время ожидания, это понятно, идеал 15 минут, но а сроки выполнения того или иного документа, они как-то разнятся? Да, конечно. У каждого, ну, во-первых, по каждой услуге по ней существует регламент. И регламентом определен срок оказания услуги, которая, ну, оказывается, ведь МФЦ сам услугу не оказывает. Мы принимаем документы. В этот же день, в течение там рабочего дня, который следующий, да, это наши курьеры уже едут и доставляют эти документы исполнителю. И дальше мы уже эти документы принимаем, готовые ответы, и выдаем на руки заявителю. Вот в чем функция многофункционального центра. Вот, поэтому по каждой услуге существует свое время, которое определяет. То есть это может быть от нескольких дней до и 60, и 30 дней, в зависимости от того, какая услуга определена регламентом. Вот, поэтому сроки совершенно разные. Ну, а пример можно какой-то конкретный? Да, вот самая короткая, самая быстрая услуга – это что? Ну, это, наверное, регистрация договора по наследству. 4 дня делает тур, плюс 2 дня курьерские, которые делают. Это, вот, наверное, самая короткая услуга. Ну, соцкарты делают очень быстро. А вот оформление земельных участков – это долгая процедура, потому что иногда там для того, чтобы оформить земельный участок, там, ну, это уже тонкости такие, вот, на управление земельным имуществом отношений, надо проводить публичные слушания. Поэтому тут более такая, более длительная процедура. Сроки совершенно разные. Вот. Ну, если можно еще более подробно о муниципальных услугах. В чем их особенность? В чем особенность оказания муниципальных услуг? То, что это оказывают органы администрации Щелковского муниципального района. Это управление земельно-имущественных отношений, это отдел архитектуры и градостроительства, отдел управления потребительского рынка. Ну, то есть в зависимости от того, как называется эта услуга, в зависимости от того, от функции органов местного самоуправления, которые он осуществляет. Вот. Но в чем особенность муниципальных услуг, что очень непростые. Очень непростое оказание услуг в сфере земельно-имущественного комплекса, потому что очень много существует. Там действительно реально нужно быть специалистом в области земельного законодательства для того, чтобы правильно эту услугу, ну, и завести, и правильно подобрать. Документов-то много не надо для того, чтобы эту услугу оказать, но для того, чтобы правильно ее завести. Вот. Но для этого мы работаем очень тесно с нашим управлением земельно-имущественных отношений. Тут самое главное работать тесно с исполнителем, чтобы реально всегда была связь. И у нас дежурят консультанты, наши специалисты проходят обучение как и в архитектуре управления, так и в управлении земельно-имущественных отношений. Ну, стараются нам, конечно, реально помочь на все случаи жизни. И такие нам разработали схемы и таблички, и схемы отсекающих вопросов, чтобы граждан там и не грузить лишними документами ни в коем случае для того, что это... для того, чтобы услугу это оказать. Ну и для того, чтобы правильно ее завести, для того, чтобы оптимально было время, по которому ее оказывают. Вот. Ну, это достаточно новые такие услуги, которые, если там к федеральному просто реестру, кадастру все уже привыкли, то это достаточно такие новые услуги. Но вот мы справляемся, получаем уже первые результаты и по градостроению. То есть, ну, достаточно такая интересная тема. Вот. То, что касается нашего центра, вот 23 окна, и то, что особенность, следует сказать, что все наши специалисты, которые у нас работают, они у нас специалисты универсальные. То есть они должны быть подготовлены в рамках всех услуг, которые они оказывают. То есть они, к ним должен заявитель подойти абсолютно с любой проблемой. Потому что талончики, они, как вот талончики выдают электронную очередь, и талончик там редко когда написано, когда чего, с чем конкретно. То есть она должна сидеть и должна быть готова к тому, что к ней придет... Ну, естественно, она должна уже проконсультироваться, естественно, она должна человеку помочь, вот, для того, чтобы оказать. И поэтому
Ну, что сказать про наших специалистов? Ну, не все выдерживают такой работы. В смысле, работа действительно очень сложная. Работа с людьми, постоянное общение с людьми. И работа такая многосторонняя. Много надо знать, постоянно учиться. И чтобы какая-то четкая такая схема была в голове. Но те, кто у нас вот остается работать, кто уже длительное время работает, то достигает каких-то результатов. Но это, наверное, наш золотой фонд. Там, где действительно хочется сказать спасибо нашим ведущим универсальным специалистам, которые, ну, реально, вот это вот... зона первого контакта, которая у нас работает с заявителем. Именно там благодаря им и мы, у нас появились вот такие какие-то первые результаты в работе, которые, ну, которые уже как-то обнадеживают на то, что дальше дело будет развиваться в более оптимальном порядке. Ну а где кадры-то такие берете? Универсальные. Принимаем, проводим. У нас кадры для того, чтобы поступить к нам на работу, они должны в течение достаточно продолжительного времени походить к нам, попробовать в свои выходные, в свои там свободное рабочее время. Люди приходят реально, вот то, что мы проводим такую профориентацию, такую профподготовку, они приходят реально... Ну, используется и на сканирование, и на стойке администратора, но когда приходит человек, он уже понимает, сможет он работать в таком темпе, потому что темп, конечно, очень напряженный, вот, сможет он работать в таком темпе, нет. Некоторые им входят, некоторые там не устраивают, уходят, а те, которые остаются, это, конечно, наше основное достояние, потому что это вот то, с кем мы работаем, это наш коллектив. Ну, о темпах работы, о том, как вы справляетесь, и о том, как оценивают вашу работу наши жители щелковчане, мы поговорим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, буквально через 3 минуты мы вернемся в эту студию. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог» в прямом эфире. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях директор многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Щелковского района Инга Кривошеева. Инга Юрьевна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Напоминаю нашим зрителям номера телефонов нашей студии. 496 – это код города, 567-1440 и 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы моей сегодняшней гости. Ну, а я задам тоже от имени зрителей, от имени посетителей многофункционального центра. Вот в первой половине программы вы упомянули, что у вас тоже бывают часы пик, перегрузка, да? Это как-то связано с обычными часами пик или имеет свои какие-то особенности? Да, имеет свои особенности, но что удивительно, что часы пик, они у нас совпадают, как правило, с рабочими часами. И начинается вот с утра, с 8 до 9, когда, казалось бы, да, что легче забежать, сделать свои документы. Нет, у нас вот именно немного. У нас начинается где-то, наверное, часов с 11 дня, и где-то периодом до 6, до 7 вечера у нас вот эта вот большая-большая нагрузка, когда приходит, особенно где-то часов до 4, когда разом приходит людей больше, чем могут отслужить 23 специалиста. Даже оказывают эту нормативную услугу 15 минут. Они должны и услугу оказывать в течение 15 минут, и время ожидания не превышать 15 минут. И когда приходит людей очень много, то тогда случается вот именно такой час пик, вот и случается именно такой наплыв посетителей для того, чтобы... Ну как, для того, чтобы мы тогда все выходим, для того, чтобы... Вот это то, с чем мы боремся. Это то, с чем мы пытаемся как-то, и чтобы это была предварительная запись, и чтобы это была и услуга время максимально сократить, потому что там, где услуга короткая, ее можно, если достаточно высокая квалификация принимающего специалиста-оператора, то, конечно, он ее окажет не за 15 минут, а за 5. Но это вот наша основная такая задача, над которой мы боремся. И возвращаясь вот к теме, вы меня интересный вопрос задали по поводу того, что в чем особенность муниципальных услуг, вот в чем в них интересно. Они, с одной стороны, конечно, очень сложные, они, с одной стороны, ну, интересны тем, что все-таки мы взаимодействуем с нашей администрацией, которая находится, всегда можно там вот вопросы какие-то порешать. А самое интересное в них то, что они оказываются в электронном виде. То есть это услуги, которые мы в программу заводим, сотрудники администрации ее в этой же, ну, в сопряженной с этим программе, как у нас программа АИС, у них программа модуль, да, вот, и они видят это, и продолжают ее осуществлять в программе, в своей уже, и результат тоже мы видим в программе, то есть это вот то, к чему, что является основной нашей задачей, реально к чему мы должны прийти, это на то, чтобы услуга оказывалась полностью в электронном виде.
Это вот основная задача, к чему мы идем, над чем работаем, потому что это вот, ну, региональная наша программа, над чем работает наше министерство курирующее. Вот. И основная задача, которая стоит сейчас еще, которая тоже такая очень интересная, потому что, конечно, тема многофункциональных центров, она настолько, ну, настолько перспективная, настолько интересная, настолько там действительно глаза горят, когда работаешь, потому что там вводится такое понятие, как оказание комплексных услуг. То есть именно по ситуации рождения ребенка, разные ситуации, смены имени, перемены места жительства. Когда человек приходит, и ему надо не одна услуга, а сразу много. И они сопряжены вот именно, то есть вот именно на то, чтобы он пришел в одно окошко и разом все получил. А если он еще их сможет получить в электронном виде, и ему количество визитов сократится, многофункциональный центр, ну это вот, наверное, для чего мы созданы. Это вот то, к чему мы идем, то, задачу, которую мы выполняем. Инга Юрьевна, у нас есть звонок, давайте послушаем нашего зрителя. Здравствуйте, вы в эфире. Ой, если можно, чуть-чуть погромче. Добрый вечер. Здравствуйте. Я вот случайно включил ваш канал и увидел знакомое лицо. Это вот Инга Юрьевна, по-моему, да? Да. Я включил ваш канал, вот, случайно. Живу там в Щелково, в Богородском. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вот случайно включил ваш канал и увидел знакомое лицо. Это вот Инга Юрьевна, по-моему, да? Тот, я приходил к вам регистрировать право собственности. Да. Да, да, говорите, слушаем вас. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Мне очень понравилось, что вы сами присутствовали, помогали нам оформлять собственность на квартиру. Это было неожиданно и вот на самом деле по времени достаточно оперативно. Ну, наверное, это был час пик. Да, когда так обычно Инга Юрьевна не выходит. Нет, да, я работу. Выхожу, я все время в зале, я все время слежу. Спасибо вам большое, спасибо, что вы позвонили. Спасибо. За звонок. У нас приходите еще к нам еще. Еще один звонок у нас есть. Да, слушаем вас. Вот, к сожалению, следующий зритель не дождался. Пропал. Пропал, да. Ну, я надеюсь, что он еще перезвонит. Напоминаю, телефоны нашей студии 496, это код города, 567-1440, 567-1450. И как раз вот стало известно о том, о чем был второй звонок. Второй звонок был с вопросом о том, будут ли открывать филиалы МФЦ в городах нашего района. Вот в частности, звонок был от жителя Монина. От жителя Монина, наверное, уже знает о том, что в этом году, да, до 23 до конца декабря в Монино по адресу Новинское шоссе, дом 6, то есть в здании администрации, будет открыт многофункциональный центр. Это будет не отдельное юридическое лицо, это будет наш филиал, наш отдел приема заявителей на 5 окон. Вот. Так что мы активно работаем над тем, чтобы у нас появились такое удаленное рабочее место. У нас открыто удаленное рабочее место в Свердловке. Мы откроем еще до конца года. Ну как, они уже открыты. У нас сейчас проходит обучение персонала. Будут удаленные рабочие места и в других поселениях. На том, чтобы мы могли оказывать услуги людям, чтобы можно было оказывать там. Вот. Так что мы над проблемой своего расширения работаем. Ну, конечно, самая главная такая задача у нас – это открыть филиал в Монино. Первоочередная, да. Помещение нам там выделили хорошее. Вот, так что сейчас вот начинается ремонт будет проводиться этого помещения, оснащение компьютерами, оснащение всей системой защиты, потому что мы работаем по всем каналам связи. У нас каналы строго защиты персональных данных. Это основная, то есть это все лицензии, это все очень защищенный канал. То есть вот эта вся система будет разрабатываться, и мы откроем свой филиал в этом году. Вот звонок был, который зритель позвонил, да, благодарил вас за вашу работу, и вашу личную, Инга Юрьевна, да, и всех ваших сотрудников. А я предлагаю сейчас посмотреть небольшой видеосюжет о том, как жители Щелково оценивают работу МФЦ. Довольны ли они вашей работой? Давайте посмотрим.
Ну, в принципе, мы довольны. Мы недовольны только работой, то, что мы не можем документы сделать. Нам одно от юриста говорит, регистрационно нам другой говорит. Вот мы пришли, чтобы нам вернули деньги. Ой, не деньги, а... Документы. Документы, которые мы сдавали. Честно говоря, не очень. Ну, не то, что МФЦ, просто вышестоящие органы немножко напутали, и, так скажем, мне приходится еще в одну госструктуру ехать. Довольно. Честно сказать, не очень. Мы приходим второй раз. Первый раз у нас взяли документы и даже не сказали, что там половина документов не было. Доволен. Очень хорошо и четко работает. Очень. Ну, что бегать по всем организациям, когда пришел сюда, здесь все решает. Все. Хочешь быстрее заплатил, деньги быстрее получил. Все дело. В общем, да. В принципе, быстро, четко. Были некоторые нюансы, но быстро девочки справляются, молодцы, разруливают, все хорошо. Удачно. Нам понравилось. Нам понравилось. Мы все сделали. Спасибо. Ну вот в целом такая позитивная оценка, а те претензии, которые высказывали наши зрители, посетители МФЦ, вот то, что одна женщина, например, да, взяли документы, а на самом деле их не хватало. Ну, такое есть над чем бывает. Задумываться. Ну, конечно, бывает. Конечно, бывает, конечно. Мы работаем над тем, чтобы и мы, и документы... У нас и такая система разработана, то есть мы пытаемся документы проверять и выкладываем. У нас есть регламенты на ресепшн, так называемый, и есть у нас именно порядки такие временные, порядки временные, списки документов, которые реально нужны. Ну, не угадаешь, слишком много нюансов, бывают услуги очень сложные, я вот говорила, особенно и реестры, и кадастры, и земельные. Ну да, земля, ну, земельные, там меньше как раз документов нужно, а вот по земельным, по кадастру и реестру там документов много, поэтому, конечно, ошибки еще случаются, я приношу извинения, но мы работаем с нашими, мы обучаем, у нас слишком много сотрудников, которые еще не проработали даже месяца в нашем МФЦ, мы обучаем их, и поэтому... Ну и сам МФЦ тоже учатся. Молодой еще. Ну и сам МФЦ молодой, наверное, мы еще такого опыта достаточного не имеем, работы, и вот, хотя и ездили везде, и учились, и опыт перенимали, но это, наверное, действительно нужно пройти какой-то путь, и когда идет наплыв, мы не имеем такого большого опыта, когда идет массовое число людей на то, чтобы всех успокоить, на то, чтобы действительно реально организовать процесс так, чтобы он был полезен, оперативен на это, но мы учимся, мы работаем в этом направлении, какие-то первые результаты у нас уже есть. У нас очень высокие визиты были нам в наше учреждение, да, и показано, что Андрей Юрьевич Воробьев при посещении Щелковского муниципального района, он посетил центр. И те задачи, которые нам поставили, конечно, это очень, ну, это очень серьезно, мы реально над этим работаем. Мы целую программу разработали на то, чтобы у нас услуга оказывалась больше, более качественно, чтобы у нас было меньше жалоб, а самое главное, мы входили во все стандарты, во все нормативы. Это вот оказание услуг и по времени ожидания. Это вот у нас основное. У нас есть еще один звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Я бы хотела бы узнать, могу ли я в МФЦ получить лицензию на такси? Да, приходите, мы оказываем эту услугу. Приходите. Спасибо. Да, если у вас документы будут сканированы заранее, то вы сократите время и свое ожидание, и время наших операторов. Приходите, пожалуйста, если можно, приносите документы уже в сканированном виде. Ну, а если можно сразу подробно, а что, какие документы нужны для того, чтобы оформить лицензию на такси? Ну, там целый список документов, мы, наверное, сейчас с вами будем долго перечислять, какие нужны документы. Но прежде всего я хочу сказать, что основной документ, с которым человек идет, когда он идет в МФЦ за оказанием услуги, это паспорт. Потому что если забыть и там донести, можно потом все по документам. Но паспорт – это основной документ, по которому услуга должна оказывать. То есть это документ, удостоверяющий личность. Он первым стоит во всех списках без паспорта, либо с чужим паспортом, потому что вам услуга оказана не будет. Вот за этим я предупреждаю заранее, потому что, ну, всякие, конечно, случаи бывают, что и приносят в телефоне сфотографированный паспорт. Нет, вот нужно живой реально паспорт, потому что основная задача, согласно федеральному закону, все услуги, вот принцип основной оказания услуг, как вот общедоступность, да, открытость, это заявительность. То есть именно сам непосредственно заявитель должен
нужно от своего имени обратиться вот за этой конкретной услугой. Вот. Ну, там много перечень заявлений нужно на такси, и по каждой машине там оформляется отдельная вот эта вот лицензия. Это достаточно большая процедура, поэтому я попросила принести сканированный документ. Ну, а я хочу добавить, что вот вы сказали, что паспорт – это главный документ, когда человек идет в МФЦ. Ну, а я хочу добавить, что вот если у человека нет паспорта, то он тоже идет в МФЦ. Правильно, да? Для того, чтобы за получить новый паспорт. За оформление паспорта? Да. Нет, он идет со старым. Он идет со старым. Ну, а если утерян? Ну, если утерян, тоже то же он... и к вам идет. Ну, это там сначала же целая процедура, потому что он там сначала должен быть протокол. Это все-таки делают органы миграционной службы. Но за новым заграничным приходите к нам. Ну вот да, я как раз хотел спросить. И по изменению предельного возраста не только российские вы тоже паспорта, приходите. Но и заграничные. Да, да, и заграничные. Мы не выдаем, мы оформляем документы. Я так думаю, что мы, может быть, в дальнейшем будем оформлять. Но самую главную процедуру, потому что в заграничном паспорте, конечно, самое сложное, это оформить все документы и сдать на него. Да? То есть там сложные анкеты, все. Но мы все это делаем, все у нас заявители под нашим контролем заполняют. У нас удобно, у нас много места. Мы... соответствуем стандарту региональному, ведь в нашей области разработан региональный стандарт, региональный стандарт центров многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг и государственных муниципальных услуг. То есть а это, в чем эти стандарты заключаются? Это практически во всем, начиная с внешнего облика здания, здания, начиная с подходов к этому зданию. Вот та большая стоянка, которая у нас есть вокруг нашего здания, ведь это мы выполняем тоже требования. Хорошая стоянка, стандарт. Честно скажу. Хорошая, да, стоянка. Очень места, да, много. Это требование. Конечно, я вижу, как, вижу там, какие недоработки, какие мы еще должны под нее провести, чтобы привести ее в соответствие по требованиям программы «Доступная среда», хотя там у нас и снижение пандуса есть, и два оборудованных места есть для стоянки инвалидов. Конечно, там еще есть над чем работать. Вот. Ну и большая стоянка. То, что нам сделали остановку напротив здания. Вы посмотрите, какая у нас дорога хорошая идет. У нас сделано два пешеходных перехода. То есть практически вот в течение этого лета под четким таким вот руководством администрации мы этот стандарт выполняем. Здание у нас большое, красивое. У нас большая площадь, 238 метров площадь нашего зала ожидания. То есть там реально можно посидеть, там реально можно разместиться. У нас есть детские уголки, чтобы ваши дети не скучали. Вот. У нас есть там и кофе-автомат, и оплатить госпошлину там можно. И работаем мы с этими банками, которые у нас разместили свои аппараты, чтобы там можно было и налоговую задолженность в дальнейшем проплатить, и более такие, другие какие-то платежи еще можно сделать. Вот. И это требование к внешнему виду сотрудников. Белый верх, черный низ, строгая форма одежды. Это требование именно к ведению разговора. Это требование к, вообще к деловой этике, как мы встречаем посетителя. Это требование к нашему общему стилю. А общий стиль – это мои документы. Вы, наверное, если побываете, зайдете там на сайты МФЦ в области, вообще посмотрите, у нас стиль у всех единый. Вот это вот такая вот оливковая, оранжевая гамма. То есть это единый стиль, мои документы по брендбуку, который у нас есть. Вот. Что еще следует сказать про нас? Ну, о проблемах давайте поговорим. Все-таки вы говорите, что иногда не справляются сотрудники. Да, какие еще проблемы существуют, ну, в наверное, вашей работе? Ну, проблема, наверное, основная, которую я, наверное, ее озвучила в самом-самом начале. Это проблема в соответствии с стандартом в плане соблюдения вот именно порядка работы, в праме соблюдения режима оказания услуг 15 минут и режима оказания, и время ожидания 15 минут, среднего время ожидания за день. Вот это основная проблема, над которой мы работаем. И, конечно, качество оказания услуг, вот то, что, о чем сейчас сказал заявитель, что ей пришлось, ей сказали, а документы у нее взяли не все. Ее об этом не предупредили, потому что, в принципе, политика... Ну, политика и требования какие? Что заявитель должен документы сдать все. Если он заведомо сдает не все документы, он должен быть об этом предупрежден, да, что у него не хватает, что он должен прийти еще раз. Вот это, конечно, уже такой дефект в нашей работе, на котором можно работать, только повышая квалификацию персонала, который у нас работает, обучая наш вот молодой коллектив, который у нас недавно так, ну, изменился, мы и новых сотрудников набрали, там уходили старые сотрудники. Это вот основная задача, повышение квалификации персонала, и надо выстроить свой процесс так, чтобы и помощь могли оказать, потому что в зоопарке, конечно, когда вот гоним
не наделать ошибок, и чтобы время превышения, время ожидания не превышало 15 минут. Ну а как сотрудники повышают квалификацию? Прямо на рабочем месте или какие-то специальные курсы? У нас целая система. Есть обмен опытом? Курсы есть, обмен опытом, есть система вебинаров, которые нам рассылают. Ведь у нас есть система МФЦ Московской области такая, что вот существует порядка там 67 МФЦ, да, в различных районах и городах, городских округах области. И над нами есть уполномоченный орган МФЦ, наш главный, да, который организует нашу работу и осуществляет функцию такого организатора, контролирующего, но и организационно-методического центра. Он осуществляет наше обучение. Нам направляют программу дистанционного обучения, то есть у нас включаются такие вот, где сотрудников могут обучать. И плюс мы еще направляем наших сотрудников во все ведомства, которые у нас находятся здесь, непосредственно рядом. Это и Росреестр. Вот люди приходят, соцзащита с набором услуг сама прислала нам консультантов, которые действительно реально обучают на рабочем месте. Это очень полезно. Поэтому целая программа обучения, она реально существует, и мы ждем, что наши показатели по качеству оказания услуг должны стать лучше. Ну а кадровая текучка большая у вас? Кадровая текучка имеет место, потому что, конечно, тяжело работать с людьми, и даже люди, которые у нас проработали в какое-то определенное время перед устройством на работу, с людьми работать, ну, я не могу сказать, я не хочу, конечно, обидеть людей, что как надо, но работа с людьми – это не та работа, которая работа с документами, работа в офисе. Напрямую работать не все выдерживают. Да, имеет место кадровая текучка, но и много желающих к нам приходить. И самое главное, вот, ну, самое главное, что хочется сказать, это вот вы спросили, какие критерии отбора, какая, что. Конечно, мы и грамотность у нас нужна, и высшее образование нужно, потому что, по сути дела, мы лицо власти. Если мы забираем у органов местного самоуправления и государственных органов вот эти функции по приему заявителей и осуществляем мы, то мы лицо власти, да, мы должны и сами сидеть в образцовом порядке, и заявитель должен к нам прийти, и, как вот говорит наш руководитель, и быть действительно реально, ну как, удовлетворен тем, какое вообще и внешнее состояние МФЦ, и как качественно ему оказана услуга. Вот и к этому мы стремимся. Вот. И поэтому тут, конечно, и высшее образование, тут, конечно, и грамотность присутствует. Но самое главное, вот, наверное, профессиональный отбор. Если он проработал несколько дней, глаза горят, и вот действительно реально человек хочет. Ну, видно людей, которые действительно реально хотят учиться и хотят действительно реально работать. Вот такие остаются. Вот практически сейчас вот у нас весь коллектив такой с горящими глазами, да, такое есть. Инга Юрьевна, как в конце программы хочу передать еще просьбу наших зрителей, сейчас продолжают эти звонки, к сожалению, мы их уже не можем принять, время ограничено, просит еще раз назвать график работы МФЦ. График работы МФЦ, наверное, тоже я еще что важно не сказала, график работы МФЦ с понедельника по субботу с 8 утра до 8 вечера. И то, что я еще важно должна, наверное, сказать, что существует, ну, у нас предварительная запись на прием, это приветствуется, который вы можете через портал госуслуги обеспечить. И, но все-таки, когда приходят, то ветераны Великой Отечественной войны, то жители блокадного Ленинграда и инвалиды первой и второй группы у нас обслуживаются вне очереди. Вот об этом люди должны знать, когда к нам обращаются за услуга. Ну, естественно, герои Советского Союза, герои России тоже. Ну, конечно, они подходят под эти категории. Большое спасибо, Инга Юрьевна, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напомню нашим зрителям, что сегодня в гостях у программы «Диалог» была директор многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Щелковского муниципального района Инга Кривошеева. Спасибо вам, всего доброго. До свидания, до следующего вторника. Пока. До свидания.